привет! Сегодня мы вам расскажем, как сделать моющее средство для стекол своими руками. Нам потребуется 1 стакан воды, 200 грамм, лимонный сок, 1 или 2 столовых ложки, столовый 9% уксус, 0,5 стакана, это где-то 100 грамм, банка, где мы будем все смешивать, бутылка с пульверизатором и воронка. Наливаем столового уксуса полстакана и все это добавляем в воду. Добавляем 2 столовых ложки лимонного сока. Все тщательно перемешиваем. Переливаем наш раствор в бутылку с пульверизатором. Все, наше средство готово. Если сюда еще добавить нашатырный спирт, то им можно удалять известковый налет в ванне. Пишите свои комментарии, делитесь опытом, подписывайтесь на наш канал и всем пока-пока!